Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Стала главной ролевой фантастикой последних лет. Это очень яркий, амбициозный и запоминающийся проект. В прошлом году игра вышла на Xbox 360, потом на PC. В России только с субтитрами. И вот теперь мы получаем так называемое «золотое издание», в котором присутствует не только полноценный дубляж всех диалогов, но и дополнение «Гибель с небес». Прекрасный повод, чтобы вспомнить эту замечательную игру. Приключения в фантастическом мире будущего. Главный герой — командир Шепард, единственный землянин, принятый в элитную антитеррористическую группу «Спектр». В его распоряжение поступает сверхсовременный космический корабль «Нормандия» и небольшая команда из лучших специалистов. Задачей команды станет спасение галактики от вторжения древней расы риперов. Но и всей группой агентов, которые вооружены специальными умениями и самым невероятным оружием. Ролевая система на высоте. Скажу больше, это фактически эталон современной RPG. Простая и логичная схема позволяет развивать навыки и уникальные умения каждого героя, подбирать им боевые костюмы и оружие. Путешествия отличаются приятным разнообразием. В игре есть место разведки далеких систем, жесточайшим перестрелкам с превосходящими силами врага, головокружительным гонкам на броневике и схваткам с огромными чудовищами. И это не просто набор развлечений, а логичный цельный мир, крепко связанный основной сюжетной линией. А что, маяк? Этого человека нужно. Немного о том, чем отличается PC-версия игры. Это оптимизированное управление, привычное сочетание клавиатура плюс мышь, многие текстуры более высокого разрешения, чем на Xbox 360. Появилась другая мини-игра для дешифровки кодов, переделан интерфейс и система хранения предметов. Можно только похвалить авторов за качественный и продуманный перенос проекта на компьютер. Сюжет, десятки планет для открытого прохождения, великолепная графика, тактические бои, продуманная ролевая система, богатое дерево диалогов. Mass Effect таким образом заслуживает внимания самой широкой аудитории. Игру могут полюбить не только поклонники RPG, но и любители шутеров, фантастики и экшена. Мегахит.